Северным Кипром я познакомилась недавно. Меня пригласила подруга. Я могу сказать, что я сразу влюбилась вообще в эту страну, в эту местность и в этот климат. Для меня очень важна мелочь в деталях. И когда я видела проекты на макетах, и когда я видела проекты готовые, я 100% поняла, что этому партнеру можно доверять, потому что все идеально сделала, то, что было обещано. Are you looking for happiness in a new country?